Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Мир юрского периода». Ну что, начнем, пожалуй, с того, что заберем наших динозавриков. Так, это у нас пеликанимим. Помещаем, и тут у нас еще один. Так, заберем. Поместили. Так, ну что, в принципе, можно будет их уже скрещивать. А здесь у нас эволюция произошла. Давай глянем. Вау. 100%, друзья мои, эволюция. Так что у нас анкилодок. Вот это я понимаю, анкилодок появился. Новый вид динозавра. Здесь поставим его. И к тому же он теперь у нас открыт. Можем спокойненько его покупать в нашем магазине. Так, прокачаем до 10 уровня. Не знаю, насколько он хорош, друзья, пишите в комментариях. Это у нас все-таки получается как травоядник, да. Это травоядник. То есть он будет очень слаб против хищников, но очень хорош против летунов. Заберем с тобой здесь наградушку. Так, ну что, для чего я сегодня зашел, друзья мои? Для того, чтобы допройти вот это самое задание, землетрясение. И я надеюсь, что у нас получится. Значит, раджазавр плюс спинозавр. Ох, слушай-ка, у нас как раз анкилодок. Он сюда очень даже неплохо зайдет. 281 атака. Наверное, мы возьмем его. Слушай, подожди-ка секундочку. А сколько стоит анкилодок в магазине? Дай-ка я гляну на рынке. Так, все существа. Гибриды. Так, алангозавр, диплотатор, тропиогоптер. А где у нас анкилодок? Вот он. Ох, ничего себе. Ребята, 11 тысяч ДНК. Это пока рекорд по моим динозаврам. Не могу я себе этого позволить. Пока. Ну что же, давай попробуем тогда уж как-нибудь. Я хотел просто скрестить, думал двадцаточку сделать, но раз уж такая пляска пошла. Эрликозавра взять или эниозавра? Не знаю. В общем, давай посмотрим так вначале. Хотелось бы, конечно, победить. Так, у нас 141 атака, да? Я, наверное, поставлю бонус. Мне кажется, он сейчас будет бомбить двумя атаками и вынесет практически половину здоровья, даже чуть больше. Он ничего не стал делать. Если он взял бонус, давай я так попробую. Так, он брал защиту одну. Но я, в принципе, так и думал. Вот здесь сейчас будет самое интересное. Ты смотри, он ничего не стал делать, ребят. А я предлагаю все-таки бомбить. Вот так вот, проверим. Все, ему крышка. Но меня интересует теперь спинозавр. У него атака будет поменьше. Поменьше, так, но у него сейчас 5. 5 очков, то есть 3 из них. А, он все сливает. У-у-у. Так, я надеюсь, эрликозавр мой все-таки его бомбанет. У нас будет сейчас 5 бонусных очков. 91 атака. Да, ему крышка. Это в любом случае. Ничего ему тут уже не поможет. А это говорит только об одном, что, ребята, задание мы с вами это выполнили. Подвисания какие-то ты чувствуешь, да, в игре? Так, ну что, забираем награду. А у нас в награде монолофозавр, по-моему, если не ошибаюсь. Точно. ДНК, 100 долларов. И вот он. Отлично. Этого динозавра у меня еще не было. Так что в первый раз. Ох ты, он у нас еще и открывается в магазине. Шикарно, друзья. Так, что у нас там? Код 19.5. Это кто у нас там? Так, давай-ка попробуем, наверное, сами поймать его. Кто это у нас? Аланка, что ли? Да, друзья, игра лагала неспроста. Меня просто взяла и выкинула. То есть, блин, даже не поймал. Я думал, сейчас поймаем с тобой, заработаем немножко опыта. Так, ну ладно, я хотел что? Зайти на рынок. Зайти на рынок и глянуть, где же у нас. Блин, поймайте свое существо. Да ладно, ты серьезно, что ли? Твою налево. Собери команду. Ну, Аланка. Это у нас простой.
динозавр летающий, поэтому сюда можно взять обычных. Раз, два, три. Вот так вот. Пускай они его там пока ловят, мы уже на последней стадии будем его сами ловить вручную. Так, да ё-моё, они меня сбили. Опять я хотел на рынок пойти. И нужно мне посмотреть, где у нас... Вот он. Вывести надо, ребята, его. Конечно же, будем выводить. Тем более он у нас идет как редкий. А можно мне еще его? Так, где он? Тиранотитан. Раджазавр. Это супер редкий, да, у нас пошли уже. А что, мы можем с тобой велоцираптора тоже выводить? Или я просто забыл его активировать? Хорошо, видишь, какая разница, ребят? Вот обычный велоцираптор, а вот модифицированный. Ну-ка, и еще зайду на рынок, гляну, я так и не понял. По-моему, только один раз, да? Так, а почему новинка? Майозавр. Давай активировать. Раз новинка, ребят, нужно выводить. Всех новых динозавров я всегда вывожу, чтобы они у нас были. Так, ну что, если мы с тобой получили, значит, остается, ну, поиграть просто, например, в PvP. Ну что, пойдем в канезойскую эру. Немножечко побомбим. Так, раз. Возьмем с тобой, наверное, два. Слушай, подожди, эрматерий, он разве у меня не улучшен? У нас же их было два, насколько я помню. Так, ну-ка глянем. Ага. Давай, два часа всего лишь будут они скрещиваться. Вот так вот будет лучше. Хотя бы будет усилен у нас эрматерий этот. Он нам в дальнейшем пригодится. Так, ну а мы с тобой продолжаем биться на арене. Так, раз, два. Ну, давай возьмем Амфициона. Так, интересно, кого нам дадут? А этот-то что, у меня не прокачанный до 10 уровня, я не могу понять. Эндрикотерий. Ё-моё, ты посмотри, Глиптодон, Глиптодон. Офигеть, выдали мне тут. Да. Это еще та заявочка. Ладно, давай. Глиптодон. 35 уровень. Так, он тоже ничего не стал делать. Поехали. Так, у него... три очка действий. Что он будет их применять или вкидывать? Атакует. Так, ну что, ребят, запомнили, у него одно очко действий, да? То есть он, скорее всего, сделал в одну защиту. В одну защиту. Значит, делаем так. Раз, два, три, четыре. И возьму, пожалуй-ка, вот так. Да, ему крышка. Выходит Глиптодон уже 25 уровня. Мастер Йода, ё-моё. Я думал, с какого животного брали прототип Йоды? Вот с него, с Глиптодона. Ну, согласись, он похож. Так, ну что он будет делать? Он решил атаковать. Ну, как ты понимаешь, ему очередная крышка. Я все сливаю, абсолютно все. Гудбай. Так, и остается лишь вот этот вот олень кайнозойской эры. Возможно, он нас уничтожит, но мы дальше потом... Да, он нас подобьет сейчас. Ну что же, наша очередь его уничтожать. Давай, родной. Готов. Все. Присел, как говорится. Ну что, победа за нами. Крутим рулетку.
рулетку там новичка, по-моему, да? Или умельца? Любителя. И выпадает нам с тобой... Опа, неплохо. 200 очков доверий. Это хорошо, кстати. Так, давай еще, наверное, крутанем, да? Ну-кася, что она выпадет? Дайте мне, пожалуйста, легенду какую-нибудь, а? Легендарную карточку. Вот эту... Да, конечно, куда там тебе? Мясо подкинули и хорош. Ну что, давай попробуем еще. У нас там есть? Кем? Есть. Раз, два... Три. Вот так попробуем. Блин, надо не забыть потом прокачать вот этого до 10 уровня. А то он на первом завис как-то ни туда, ни сюда. Опачки. Энтеладон, Индрикотерий и все 10 уровня. Ну что же, окей, окей. Возьмем-ка бонус для начала. Так, они не все 10 уровня. Этот, например, 40-го. Тут вообще 27-го. Посмотрим. Менять не стал. Менять он не стал. Значит, что нам нужно сделать? Две атаки ему прописать. Раз. Два. И возьмем бонус. Готов, хлопчик. Эндрикотерий. У него всего лишь 86 атаки, но это мало. Это мало, он мне ничего не сделает. А вот я ему звездану хорошечно. Раз, два, три, четыре. Наверное, так придется сделать. Да. Пошел отсюда. И последний. Это кто там у нас? Уинтотерий. Уинтотерий. Ну давай, посмотрим, на что ты способен, парень. Решил все в атаку, да? Да, бедный мой мамонт осел. Ну что, Гасторнис, погнали. Вот и все. Курочка убила кабана. Прекрасно. Так, ну что, сейчас крутанем еще рулеточку. А вось что-нибудь да выпадет. Ну, не подведи меня. Ты серьезно? Еще разок. Должно же когда-нибудь повезти, да ё-моё. От 2500 еды мне легче не станет. Так, пошел-ка я этого прокачивать. Где он там у нас находится? Так, смотрим. Вот он, да? До 10 уровня. Все, а на рынке у нас его нету. Конечно, нету. А что у нас тут еще? Ну-ка, вот восклицательный знак. Это говорит о чем? А, о том, что мы его можем прокачивать. Так у меня там таких половина, смотри. Здесь он тоже. Включить, говорит этот. Нет, я не буду, ребят, пока. Так, код 19, опять же. Давай посмотрим, кто у нас тут. Ну, этого я уж сам, наверное, поймать смогу. Поехали. Раунд 1. Отлично. Это же у нас шунозавр, по-моему, да? Твою налево. Отличненько. Неплохо, говорят. Так, следующая попытка. Ну что, практически все, он у нас в кармане уже. Замечательно. Есть контакт. Фью, идеальная поимка. 220 опыта и 5 ДНК. Вот так вот Рейчик справляется с этими делами. Ну, понятное дело, легкий динозавр, поэтому можно было особо не запариваться. Так, а где у меня диплотатор? У меня хватит еще на одно ДНК, чтобы его приобрести в магазине. Так, все существа, гибриды. Алангозавр мне не нужен. 4000.
Блин. Раньше я думал, нафиг нам эти ДНК нужны, а сейчас они очень сильно нужны, ребята. Очень сильно нужны. Так, тут все под завязку у нас. Здесь эрматерий, да? Скрещивается. Кстати, давай-ка посмотрим, кого нам следующим скрещивать, чтобы уже подготавливаться хорошечно. Пастозух, он, интересно, с кем гибридом становится? Сегнозавр, я такого даже не знаю, друзья, у меня нету такого, к сожалению. Хорошо, это мы пока пропускаем. Велоцираптор, с кем же ты у нас, родной мой, скрещиваешься? Ох ты, с тиранозавром. И получается, ребята, Индоминус Рекс. Но мне нужно 40 уровень этого тиранозавра, а его, как ты знаешь, просто так не получить. Это нужно завершить схватку уровня 54. Только после этого он будет у нас доступен. Понимаешь, да, к чему я? Схватку 54 уровня, а у меня, извини меня, только 46 уровень. Так что Индоминус Рекс. А интересно, хотел посмотреть, а скрещиваются ли эти? Нет, они не скрещиваются. Так, суперзавр. Суперзавр был, ребята, а не шунозавр. Я немножко ошибся. Так, с кем ты у нас? Тирана-титан. Тирана-титан. Этот парень у нас есть. И мало того, что есть, он, по-моему, у нас еще и в магазине приобретается. Спокойненько. Тирана-титан, да? Значит, вместе с суперзавром. Получается, Супрано-титан. Я думаю, что, наверное, стоит, ребята, сделать вот этого Супрано-титана. Ну, для этого, как ты понимаешь, нужно делать эволюцию. Блин, ну 100 долларов тратить. Ладно, подождем, когда там созреет. Опа, опять кот. Попробуем сами. Но... какие-то подлагивания опять к чертовой бабушке начинаются. Давай, давай, давай. Недовольный опять какой-то он тут. Хорошо. Уже успокоился, я смотрю, видишь? Поспокойнее себя ведет. Все, уже лояльненько. Видишь, уже. Так, так, так. Здорово. Идеальная поимка. Так, опять 220 опыта и 5 ДНК. Я просто хочу, ребят, как можно быстрее накопить нам на уровень. Так, здесь забираем. А что это за локация? А, это же у нас перебежчик, который решил убежать от нас. Ладно, пойдем, наверное, еще немножко подеремся в ПВПшке, только уже в водной стихии, да? Вот, кстати, с водной очень тяжело. Почему-то всегда здесь против меня супермощные гибриды выходят. Ну-ка, давай я, наверное, сделаю раз. Два. Три. Поехали. Получится или нет? Сейчас глянем. Сейчас какой-нибудь опять супергибрида мне выдадут. Прокачанного. Ну вот. Лептостега, видишь? Трындец. О-ля-ля, нифига себе. Стиксозавр. Нет, так дело не пойдет, давай менять. Интересно, он будет менять или нет? Конечно, будет. И кого он берет? Ого, лепродонтодон какой-то. Так. Я, наверное, сделаю вот так вот. Я сделаю вот так и возьму бонус. Сейчас посмотрим, что он будет делать. Давай, бомби, бомби его. Отлично, все, ребята, ему крышка. Или не крышка? Крышка. Так, нам нужно сделать с собой три атаки по нему. Раз, два, три. И возьму, наверное, бонус. Вот так-то. Так. Лептостега. Как мы видим, вообще сосунок.
Меняет. Поменял, да, значит? Так, ну что, у него здоровье приличное. Поэтому нам, наверное, надо сделать вот так. И попробовать его размазать. Получится? Да, получается. Ну и лептостега никуда от нас не делась. Вернулась. Так, 5 очков действий. Сейчас посмотрим, что из этого у нас получится. Сколько он будет тратить? 3. И 2 у него остается, да? Ну, то есть, мы все равно его сейчас забомбим. Нам любая атака, 2 желательно бы, чтобы прокатило, и все. Крышечка. На тебе, под дых. Ну что, ребята, победа. Ну все, 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 красавец, красавец начал тут плавать. Хорош. Ну что, давай посмотрим, что нам здесь на рулетке выпадет. Приз любителя. И что же? Такие там эти, а? 5000 монет всего лишь дали. И еще разочек крутанем, посмотрим, что на этот раз. Блин, опять еда. Опять еда. Ну что, попробуем, наверное, еще разочек сыграть с тобой. Тут у нас еще пока есть с кем играть. Так, Зуходус, Бананогномиус и Архилон. Ох ты, нифига себе, блин, ребята, вот этого я не смогу, скорее всего, победить. Твою нас налево, плезиозавр, да куда ж ты? Блин, с ними очень тяжело. По-моему, Архилон у нас, да? Да, только лишь Архилон против них нормально еще может драться. Давай я сделаю вот так вот. Я знаю, на кого он сейчас поменяется. На легендарку. Вот на эту. И фиг мне его проломать. Слушай, ну мне кажется, это не боты, ребята. Вот играем мы не с ботами, потому что, ну, обдумывают все, как полагается они. Ладно, попробую атаковать. Да, мы его ушатываем. И выходит Геликоприон. Сейчас, наверное, поменяется. Слушай, а он нас может ушатать, кстати, если звезданет сейчас. Но он все сольет. Да, он все сливает, ребята. А вот мне теперь проблема его бомбануть Бананогномиусом этим. Хотя нет, этого-то мы еще ушатаем. Ну-ка, раз. Придется всю атаку сливать. А вот теперь с этим я не знаю, как мы будем. Ему придется потратить две атаки. Но он их потратит с удовольствием. Лицихтис. Даже не знаю. Раз, два, три. Вот так вот я сделаю. Что-то мне подсказывает, сейчас он все будет это сливать. Так, выживаем. Все, друзья мои, а теперь бомбим. И должны мы его ушатать. Ну, давай, крокодильчик. Крученый свой. Так, разгоняется. На! Гаденыш ты такой. Ух, ну что, друзья мои, все великолепно получилось. Победили мы. Ну, красавчик, красавчик. Ну все, хватит. Это он перед вами красуется. Так, ну что, давай крутить. И... ну, ладно, пускай будет 40 очков доверия. Так, и за рекламку еще. Давай. Ну давай вот, блин, мы могли бы дать ей просто стегу. Нет, не захотели.
Так, а тут у нас что? Мгновенные преимущества. 600 рублей в месяц. Когда же я куплю себе подписку эту? Не знаю, друзья. Ну что, на сегодня можно, в принципе, пока закругляться. Потому что обновление событий у нас произойдет через... ну, почти 4 часа. Тут будет чудовище глубин. А также у нас будет денежная борьба. Да, два события пока лишь. Так что увидимся, но уже позже. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.